Во имя идеалов добра и чистоты, бодхисаттве надлежит воздерживаться от употребления в пищу умерщвленной плоти, рожденной от семени, крови и тому подобного, во избежание устрашения животных и внушения им ужаса. Бодхисаттва, добивающийся обретения сострадания, да не вкушает плоти живых существ. Неверно то, что мясо годится в пищу, коль скоро животное не было убито вами самостоятельно, по вашему приказу, либо намеренно не предназначалось вам. Запомните, в будущем могут прийти те, кто под влиянием своей привязанности к мясу будут выстраивать разнообразные хитроумные аргументы в оправдание мясоедения. Как бы то ни было, употребление мяса в любом виде, любым способом, в любом месте однозначно и навсегда запрещено. Мясо же употреблять я никому не дозволял, не дозволяю и не буду дозволять впредь. Лангкавитара Сутра. Цель практик дхьяны и попыток достижения самадхи состоит в том, чтобы избежать страданий жизни. Но ища избавление от страданий для себя, как можем мы продолжать причинять его другим? До тех пор, пока вы не научитесь контролировать свой ум до такой степени, что сама мысль о жестокости или убийстве будет вам противна, не избежать вам оков бытия. После моей паринирваны в последнюю кальпу всевозможные демоны будут являться повсюду, обманывая людей и внушая им, что они могут продолжать питаться плотью и достигнуть при этом просветления. Как может Кхишу, желающий стать освободителем всех прочих, сам жить за счет крови и плоти других живых существ? Сурангама Сутра. Найдутся глупцы, которые в будущем станут утверждать, будто я позволял есть мясную пищу и сам ел мясо. Но знайте же, что я никому не позволял есть мясо, не позволяю сейчас и никогда не позволю в будущем нигде, ни при каких обстоятельствах и ни в каком виде. Это раз и навсегда запрещено для всех и каждого. Дхармапада. Употребление мяса в пищу уничтожает зерно великого сострадания. Махапаринирвана Сутра. Отправьте это видео всем людям, которые считают себя буддистами и которые еще об этом не знают.